Ну, здравствуйте, люди! Сегодня мы вам расскажем, как мы производим одну из обширных позиций на наших, для наших кальянов. Сегодня это у нас гайка трубки коннектора шланга на нашу модель игла. Для того, чтобы у вас было понимание, где она расположена и как, я вам возьму нашу новиночку Пуджа и покажу, где она находится. Вот. Непосредственно гайка, которая фиксирует трубку коннектора шланга. Изначально она изготавливается из нержавеющей стали, из трубы толстостенной, загружается в станок токарный и изготавливается. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Берем заготовку. Здесь уже готовая деталь, мы ее сейчас снимем. Возьмем такую же заготовку, вставляем и запускаем станок. Ждем. Ждем энное количество времени. Пока мы ждем, можно пойти сделать какую-нибудь другую деталь. Нас их очень много. Сняли деталь. После того, как мы изготовили деталь, ее нужно проверить на качество в соответствии с чертежом, чтобы потом все собралось. Берем штанген и проверяем все необходимые нам размеры. Все соответствует. Вот так вот она выглядит в сборе. Все. Отслесарили, собрали, прикрутили. Все. Чиназос. Сюда.